В эфире проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. На улице Павла Корчагина камера зафиксировала, как 15-я уехала в сугроб. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На улице Павла Корчагина водитель 15-й не вписался в поворот. Автомобиль занесло, и он уехал в сугроб. На загородной трассе уехал в кювет еще один водитель легковушки. К счастью, водитель смог удержать машину на своей полосе. На встречной был грузовик. В Кирове на улице Ленина водитель пазика лихо подрезал синий солярис. На загородной трассе водитель машины с камерой едва не сбил велосипедиста. Судя по видео, мужчину на двухколесном транспорте спас светоотражающий жилет. На улице Карла Либкнехта водитель белой Тойоты поехал против одностороннего движения. Покороче, да. На улице Свободы нарушитель на Фольксвагене окопался в снегу на тротуаре. Поехал. Что планировал сделать водитель, неизвестно. Свой путь он продолжил вверх по тротуару. На улице Чапаева вместо того, чтобы дышать свежим воздухом, мужчина нюхал что-то подозрительное. Не стыдно тебе? Тут люди ходят, дети ходят. А? Не стыдно? Большой дядя, стоишь, пыхаешь клей. Не стыдно? Чё ты понял? Михаил Вагин, место происшествия.